Это ответ Федору Крашенинникову. Федор, лживый ты грантоед. Ты хочешь поговорить про поразительный бестакт? Давай поговорим. Я оставил в России все. Это мне разорили и уничтожили бизнес. На меня заведено уголовное дело за реабилитацию украинского нацизма. Я иноагент. Я не могу вернуться в Россию. А моя команда, с которой мы организовали 5 крупнейших митингов в истории путинской России, разбросана по миру и вынуждена визаранить, потому что вместо того, чтобы бороться с Путиным, ваши либеральные дружки и работодатели продолжают бороться с антивоенной оппозицией. Дружки, которые давно обзавелись паспортами других стран, если связывают свое будущее с Россией, то только с ее гибелью. А ты выгораживаешь этих трупоедов и некрофилов за 30 серебряников. Кто вы вообще такие, чтобы предъявлять оставшейся в России оппозиции? Вы-то вообще берега попутали. Забыли, зачем людям нужна оппозиция? Ну так я напомню. Она нужна, чтобы защищать интересы русских в России и в эмиграции. Больше вы нахер ни зачем не сдались. Понимаю, фантазировать, как вы поделите между собой министерские кресла, гораздо приятнее. Вот только фиг вам, а не министерские кресла. Не будет в России никакого политического будущего у людей, которые в трудный момент продали своих сограждан. Помнишь, в 11-м году был такой лозунг? Вы нас даже не представляете. Не представляете и не будете представлять. Я вам это обещаю. Да Миша Светов тебе говорит. Все на этом. Пока.